Марию Долганову. Первый стих будет о войне. План зловещий Барбароссы разработал враг для нас. Превратить людей свободных в подневольный, угнетенный класс. Война. Жесточе не было на свете, чем это, что внезапно началась. Откуда люди только на планете, та злая вражья сила собралась? Она пришла, когда благоухало лето, и расцветал воскресный теплый день. На мир, на красоту земли, на все на это фашисты наложили смерти тень. Но мой народ в борьбе не струсил, не побежал, не вздрогнул, устоял. И как не раз, бывало в старину, сплотившись силу родную собрал. Мальчишки штали в тесный строй, чтобы страну родную защитить собой. И мирный сон своих детей, и жен любимых, ждущих матерей, ушли на фронт отцы, сыны, деды, а матери и жены, даже дети. И день, и ночь в полях и за станком, их подвиг был поистине весом. Да, он настанет славный день победы, и прогремит салютный залп весны. И для меня, моей страны, народа, совершали подвиги во имя жизни и любви. Я призываю молодежь России внимательнее относитесь к старикам. Они в бою кровавой жизни не щадили, чтобы жилось свободно и счастливо. Второй стих о неразделенной любви. Ты прости меня, если что... Ты прости меня, если что не так, если чем-то тебя обидела. Я опять одна, для тебя пустяк. Убежала то время, видимо. Если честно сказать, то скучаю я. Дни назад иногда перелистываю. Твои ямочки и тот самый взгляд, слова твои самые искренние. Но недавно, скажу, это все прошло. И в игнор все звонки телефонные. Ты онлайн, я онлайн. Ну и что теперь? Разные города, незнакомые. Просто хочется сесть в последний вагон. Рядом с тамбуром очень прокуренным. Растереть постель, чай с лимоном попить, почитать детектив и на боковую. Рано утром проснуться за час до приезда, умыться, одеться и кофе попить. Я, если честно, живу с надеждой, чтобы снова увидеть, поговорить. Ну а ты для меня недоступен просто, просто не о чем говорить. Я пойду в ту кофейню, где пили кофе, закажу весе и начну грустить. Может быть, ты приедешь, но это вряд ли. Я увижу те самые ямочки, взгляд. Если честно, я очень хочу возвратить бы было время назад.